Если не возражаете. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо огромное, что вы собрались на наше мероприятие. Мы не стали собирать огромный форум, решили, что в нашем узком кругу тех компетентных людей, которые имеют отношение к этой теме, нам будет более комфортно сегодня поговорить. Все вы в курсе, что по итогам питерского форума президент подписал распоряжение, где достаточно большое количество его указаний связаны прежде всего с развитием инноваций, технологий, создания условий для выхода России все-таки на какие-то передовые рубежи научно-технического прогресса. Одно из распоряжений президента касается деятельности наших госкорпораций. Я думаю, что президент имел полное право дать прямое указание госкорпорациям обратить особое внимание на развитие инноваций, на создание специализированных центров, подразделений, организаций. Он сейчас имеет новое такое название — фонд развития инноваций. Ну, вроде есть фонд с очень большой и на самом деле положительной историей. И там большое количество различных программ, и они очень правильно структурно выстроены от идеи до коммерциализации и даже развития промышленного производства. Сегодня там объем субсидий до 20 миллионов по отдельным этапам. То есть это уже такой серьезный фонд, серьезно работающий. И для меня был вопрос, не получится ли так, что мы продолжим вот то, с чем я сегодня абсолютно не согласен, ту практику создания огромного количества институтов развития, фактически институтов развития. Я не далее, как вчера был в Саратове, сегодня ночью прилетел оттуда, проводили круглый стол именно по институтам развития. Готовясь к этому круглому столу, я насчитал, что у нас более 30 федеральных, только федеральных институтов развития, не считая их подразделений. То есть, если считать еще их подразделения, то там наберется сотни. И там 2,5 сотни региональных институтов развития. И когда вот я вчера выступал, у людей вот такие глаза, они даже названия никогда не слышали. Они смотрят, они говорят: да это что, действительно, вот у нас это есть, да, в стране? А я вам больше скажу, если вы откроете страницу Института развития Минэкономразвития, то вы обнаружите, что там абсолютно устаревшая информация. Они уже не контролируют и не ведут реестр институтов развития. У них там только самые-самые крупнейшие институты развития. Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы сегодня вот нашли правильный, я считаю, подход между деятельностью госкорпораций по развитию инновациями и не убили тем самым то, что уже создано, те институты развития. У нас их сегодня на самом деле 12 институтов развития занимаются инновациями. Помимо фонда Бортника, еще 11 институтов, федеральных институтов развития занимаются так или иначе инновациями. Вот нам это все нужно структурировать, привести в какую-то единую систему. Я думаю, что мы попытаемся сегодня это сделать. Спасибо. Я передаю модераторство Андрею Борисовичу. Коллеги, удачи. Спасибо, Владимир Владимирович. Коллеги, спасибо, что пришли. Как говорится, время дорого. Мы как раз пытались сегодняшнее мероприятие построить не в формате длинных монологов, а все-таки в формате диалога для того, чтобы услышать и тех людей, которые в тему пытаются погружаться, либо у них есть вопросы, либо свои мнения, что тоже очень актуально. И возвращаясь к вопросу создания корпоративных фондов, многие из вас, кто уже погружался в историю, связанную с оценкой венчурного финансирования в России, те из вас заметили, что подавляющая часть, если не 90% всех инвестиций, которые сейчас происходят,
происходит в области интернета или IT, связанных технологий. Это не хорошо, не плохо, это факт. Но другое дело, когда вы посмотрите на объем инвестиций, которые происходят в области индустриальных проектов, биотехнологических проектов, он несоизмеримо мал, даже по официальному отчету РБК и Прайс-Уотерхауса. С одной стороны, вторая история, которая тоже вам известна, по отчету Федеральной антимонопольной службы, компания с госучастием занимает более 70% рынка Российской Федерации. И в связи с этим возникает вопрос, каким образом они участвуют в этой экосистеме, в которой для инновационного предпринимательства очень важно, чтобы компании, молодые компании, стартапы имели возможность не только достучаться до крупных компаний, с одной стороны, но и видели в крупных компаниях некого партнера, который не на словах, а копейкой, извините, инвестирует в малые предприятия и таким образом становится заинтересованным проводником этих компаний либо на рынок, общий рынок, либо, что бывает чаще, внутрь своей крупной корпорации, где ему интересно получить доступ к компетенциям новой команды, к знаниям, которых у него, возможно, нет, ну или инкорпорировать те новые технологии, которые созданы, к счастью, за пределами периметра крупной организации. И здесь надо признать, что вот как клуб директоров по науке и инновации, мы эту деятельность ведем с 2011 года, надо признать, что очень много компаний с госучастием, ну, скажем так, они замкнуты с разных сторон разными ограничениями, разными параметрами, которые не позволяют им действовать в духе свободных рыночных игроков, которые могут себе позволить компании частные, с одной стороны. Но, с другой стороны, многие вещи внутри крупных компаний изначально, и мы здесь не являемся никаким исключением в сравнении с мировыми аналогами, являются традиционно унаследованными, скажем так. Но первая проблема заключается в том, что когда вы придете к крупную компанию и спросите людей, занимающихся конкретным разработками, производством, чего вам не хватает, чего вы не знаете, ну, естественно, ответ будет такой, что мы все знаем, вы нам только денег дайте, ресурсов, мы все сами изобретем. Это синдром, который называется «сделано не здесь». По-английски по-разному можно интерпретировать, то есть люди всегда считают, что у них достаточно компетенций, знаний и ресурсов для того, чтобы сделать что-то изнутри. Практика показывает, что это не так. В большинстве случаев первая история. Вторая история уже относится к специфике российской. Когда мы говорим про компании с государственным участием, возникает вопрос, из каких денег создавать те самые корпоративные венчурные фонды. Ответ, наверное, очевидный, из чистой прибыли. Как мы все знаем, есть указание правительства отдавать определенный объем дивидендов государству. Соответствующим образом, чистой прибыли объем, который остается нераспределенной у компании, в общем, позволяет финансировать только те программы, которые у них есть в текущем периметре, и это тоже вселяет определенные проблемы, дает проблемы руководству, потому что непонятно, где тот источник, чтобы создать серьезный фонд. Так я на минуточку сразу скажу, что в Америке фонд размером менее от 100 и менее миллионов долларов США считается микрофондом. То есть, пожалуйста, вдумайтесь, микрофонд, а так, чтобы представить вам объем инвестиций, который происходит, например, на так называемой серии A, это серия первого институционального инвестора, когда инвестор дает деньги в проект. В Израиле, например, по статистическим данным, она, естественно, как и все проекты, могут меняться со временем. Вот в Израиле это 11 миллионов долларов, в Америке 7, а в Азии близко к 6. Ну, переведете в рубли, вы представите себе, что если у вас должен появиться сбалансированный портфель фонда, который позволит вытерпеть убытки нескольких проектов и заработать на единичных, то размер фонда должен быть внушительным, он должен быть близок, ну, к цифре где-то под 100 миллионов долларов и дальше. И это я вам назвал цифры, связанные с внедрением IT-технологий, у которых затратная составляющая очень маленькая. Вам нужна группа программистов достаточно интеллектуальных, ну и компьютер, и сеть. А как только вы опускаетесь в область индустриальных инноваций, где вам нужно делать прототипирование, ставить станки, какое-то оборудование, лабораторное оборудование, измерительное, это все начинает уходить еще дальше. Я не говорю о том, что приписывается ноль, но тем не менее он должен появиться. Это еще один фактор. Следующий фактор тоже очень актуальный, это фактор, связанный с тем, что горизонт планирования у руководителей российских компаний с госучастием не очень длинный, в силу того, что контракт, который подписывается с генеральным директором компании, обычно заключается на 3 года. Как вы знаете, ни одна инвестиционная идея, если она действительно сильная, сложная, интересная, за 3 года на ноги встать не может. Это означает, что генеральный директор вынужден сделать определенный выбор для себя, как для человека, который может увидеть результаты своего вклада, ну и, скажем так, своей деятельности за периодом 3-летнего горизонта, либо нет. Как вы можете себе предположить, зачем тратить сегодня деньги на горизонт, который входит за пределы его трудового соглашения, или не делать? Это еще один аргумент. И, наверное, последний, он чувствительный, он много раз поднимался разными институтами развития, в том числе, которые в основном заняты инновационной деятельностью. Инновационная деятельность по определению подразумевает принятие достаточно высокого риска. Если вы не берете на себя риск, то это означает, что вы недостаточно инновационно подходите к решению задач. Это означает, что вы принимаете решение инвестировать в нечто,
что либо уже кем-то опробовано, и тогда у вас, наверное, будет какой-то финансовый результат, кстати, не очень, скорее всего, большой, либо вы рискуете, и тогда у вас есть такой выбор, ну, подчеркиваю, рискуете не в контексте рулетки, давайте поставим на красное или на черное, а осознанно выбирая те технологии, которые компании могут быть нужны. Так вот, на сегодняшний день механизм контроля за расходованием средств государственных, в том числе в компании с госучастием, подразумевает, что если деньги списаны из компании, то генеральный директор несет персональную ответственность. Ну и мне не нужно вам рассказывать, какого рода могут быть последствия, поэтому если есть возможность не рисковать, то генеральный директор предпочтет не рисковать. Поэтому корпоративный фонд – это один из достаточно, на мой взгляд, интересных инструментов, связанных с тем, что, во-первых, можно передать деньги во внешнее управление, и тогда ответственность за размещение этих инвестиций несет уже не генеральный директор, а внешне управляющая компания, которая, наверное, выбираться должна на конкурсе. Это первая история. Вторая – действительно, у фонда должна быть утверждена инвестиционная декларация, которая определит тот уровень риска, те стадии инвестирования, те компании, в которые необходимо вкладывать деньги, и, собственно говоря, определит формат выхода из этих инвестиций, потому что для фонда важно не вложить деньги, но вырастить компанию и получить определенный доход либо от финансовой реализации того, что компания смогла заработать, либо от некой технологии, которая попала в периметр крупной организации и там тоже донесла какую-то добавленную экономическую стоимость. Вот, наверное, если позволите, я вот эти границы очерчу, может быть, их с ваших выступлений или ваших комментариев окажется больше, но в первую очередь у меня был бы вопрос к Александру Владиславовичу Баженову, как человеку, который до недавнего времени руководил всем процессом государственно-частного партнерства, не постесняясь этого слова сказать, в стране, ну, такого, по объемным показателям и, наверное, think-tank'у. А сейчас возглавляет частный бизнес, и вот мне хотелось бы понять, Александр Владиславович, вот с точки зрения роли внешнего управляющего, как управляющего, который может добавить, ну, если хотите, по-английски, value или ценность для компании с госучастием. Насколько это упражнение попадает в периметр, сделано не нами, поэтому взять внешних, которые не разбираются в нашем бизнесе, было бы плохо? Или все-таки в этом есть какое-то преимущество для крупной компании? Спасибо большое, Андрей Борисович. На самом деле вы в конце своей речи начали пытаться формировать, как мне кажется, резюме. И в резюме с точки зрения того, рекомендации относительно того, какие условия должны налагаться на всю эту тематику, связанную с созданием корпоративных венчурных фондов, чтобы она шла в пользу, а не просто, так сказать, пар в гудок. Соответственно, с моей точки зрения, проблема как раз заключается в том, что вот этот вот фокус корпоративных инвестиций, когда мы говорим, все это надо для того, чтобы сделать внутрь, он, в общем, мало связан с инновациями, потому что инновации, они все-таки предназначены для того, чтобы формировать новые рынки, завоевывать новое пространство, а не просто заниматься улучшением текущей эффективности. И в этой связи модель корпоративных фондов, если она не открытая, а закрытая, то она не предполагает, что там появятся какие-то новые рынки, потому что, в общем, как бы даже не очень понятен механизм, чем он отличается от того, что есть. То есть, грубо говоря, корпоративный фонд «Роскосмос», если он ориентирован на развитие экспорта в том формате, когда все внутри, чем он отличается от компании, которая существует внутри Роскосмоса и занимается ровным счетом такой же экспансией с точки зрения методов, может быть, но с точки зрения методов, опять-таки, никто никому не мешает. Поэтому мне кажется, что здесь ключевую роль все-таки имеет открытая архитектура этих корпоративных венчурных фондов. И вот мое понимание заключается в том, что такого ограничения на сегодняшний день на эту деятельность никто не накладывается. Вот если говорить про эту открытую архитектуру и насколько она привлекательна или не привлекательна для государственных корпораций, то вот у меня получилось что-то порядка 5 или 6 условий, которые надо накладывать на деятельность корпоративных фондов. То есть первая вещь заключается в том, что, на мой взгляд, безусловно, речь идет о том, что создание корпоративных фондов должно предоставлять возможность для развития частного бизнеса по управлению инновационной деятельностью, фондами, и они заключаются в том, что у нас возникает однополый брак между государством, то есть между госкорпорациями и РВК. Соответственно, это, мне кажется, как бы сказать, не совсем соответствует традициям нашей страны на самом деле, когда РВК на сегодняшний день в своей стратегии объявляет, что она будет заниматься и соинвестором в государственных корпоративных вот этих вот самых венчурных фондах, и одновременно, в силу того, что она дает деньги, она будет и управляющей компанией этих фондов. То есть в данном случае мы не понимаем, то есть количество институтов развития может быть и не увеличивается, но жир, так сказать, растет. Значит, второй момент заключается в том, как мы воспринимаем вот этот вот корпоративные венчурные фонды. Участие госкорпорации в них – это
весь объем инвестиций, ну, может быть, вместе там с РВК, или все-таки участие корпорации в этих фондах, оно должно восприниматься как определенный якорь вокруг определенных направлений экспансии, развития и так далее и тому подобное. Вот. В этой связи мне кажется, что все-таки участие госкорпорации во всем этом процессе и в последующем, так сказать, управлении этими фондами должно восприниматься все-таки больше как якорь, чем тотальный менеджмент, контроль и полное соответствие корпоративной стратегии. Это все-таки фонды в этой теме для развития деятельности, использования компетенций российских, там, допустим, соответствующих государственных корпораций, развития рынка, который будет предъявлять спрос на них, но не тотальная, так сказать, идентификация с этим процессом. В качестве примера, например, если мы смотрим на примере опять того же самого Роскосмоса, если мы смотрим на страны, с которыми начинается наиболее интенсивное сотрудничество в космической отрасли, которая, так сказать, базируется на определенных, так сказать, объемах капиталовложений в такого рода проекты и так далее, то где мы видим? Это Бразилия, это Индия, это Корея, это Китай, Южной Африки пока еще нет, но Соединенные Штаты как бы никуда не исчезли, но тем не менее. Вот мы видим, крупнейшие страны, которые предъявляют спрос на развитие космических технологий, могут выступать соинвесторами. Есть примеры с каждой из этих стран в тех или иных технологических отраслях, совместных технологических проектах. Каким образом мы предлагаем создать платформу, которая позволила привлекать институциональных или частных ли инвесторов из этих стран в развитие инновационной деятельности, база которой может быть в России, но одновременно позволит создавать экосистему, используя этих инноваций по всем этим странам. Соответственно, открытая архитектура с точки зрения того, что корпорация является якорем, но, так сказать, размер корабля больше, чем размер якоря. Следующий момент с точки зрения открытости формы и формата участия государственных корпораций в создании такого рода венчурных корпоративных фондов. Вот в каком качестве должна корпорация участвовать в создании венчурного фонда? Как юридическое лицо, как корпорация, или предприятия корпорации должны участвовать в создании такого рода фонда? Известные на протяжении практически последних 25 лет попытки воссоздать отчисления в отраслевые фонды науки и техники, которые для предприятий оборачиваются единственное, что только ростом костов и непонятным механизмом управления этими затратами. Одновременно с этим, если мы говорим, например, принятие решения об участии в инвестиционном фонде государственной корпорации, даже на уровне вот того, что вы назвали, Андрей Борисович, микрофондом, то есть там 5-6 миллиардов рублей, это уже очень крупный проект, по поводу которого надо принимать соответствующие решения. Но если мы возьмем на примере, опять-таки, Роскосмоса, количество предприятий, которые там работают и находятся в этой государственной корпорации, там их порядка 200, соответственно, то мы поймем, что фонд в размере 10 миллиардов рублей в течение инвестиционного периода 5 лет будет предполагать, что каждое из этих предприятий в среднем, учитывая, что размеры у них разные, в год будет иметь, так сказать, возможность, так сказать, коммитмента порядка 10 миллионов рублей. То есть вопрос заключается в том, что если мы размер инновационной деятельности разделим на то количество игроков, которые могут ее поддерживать и теоретически заинтересованы поддерживать, и форму, если мы для нее найдем именно инвестиционную, а не в формате отчислений, когда получается, что если в формате отчислений в голову, то предприятия просто потеряли эти деньги. Если они делают это как коммитмент-фонд, то у них теоретически должен быть и возврат, и инвестиционный доход, если все правильно, так сказать, развивается. То есть в данном случае для них это не потеря. Соответственно, форма в данном случае с точки зрения такого рода корпоративных фондов, она тоже имеет значение. Не только размер, вот как вы сказали, микро или макро, но и форма. И с точки зрения того, что если правильная форма, то и размер можно увеличить. Значит, следующий момент, который, как мне кажется, очень важен с точки зрения корпоративных фондов, особенно для государственных корпораций, это опять-таки форма с точки зрения того, что это такое. Акционерная форма, какой-то акционерный фонд, там, я не знаю, попытка сделать какой-нибудь паевой фонд, или все-таки это гибкая форма, которая позволяет сформировать
структуру инвестиций в соответствии с инвестиционной декларацией, сформировать механизмы взаимодействия по отдельным проектам, по отдельным направлениям. И в нашем формате это больше все-таки инвестиционное товарищество. И размеры этих фондов не заключаются в том, что давайте мы сейчас, значит, примем корпоративное решение на наблюдательном совете корпорации, мы даем 5 миллиардов, РВК даст 5 миллиардов, у них там еще 20 завалялось. Соответственно, и в результате вроде мы как создали фонд. А проблема все-таки, как мне кажется, заключается в том, что даже для государственных корпораций такого рода принятие решений несет существенные риски как раз с точки зрения счетной палаты. Принятие решения в формате коммитмента, оно позволяет понять и сформировать механизмы, так сказать, поддержки размера этой деятельности, потому что там, соответственно, определяется там и менеджмент фи, и команда, и инвестиционная декларация, и все. Использование реально этих денег, оно осуществляется как раз в соответствии с требованиями счетной палаты и Минфина, потому что, когда идет использование коммитмент, оно уже идет непосредственно в проект. И в этой связи мы здесь находимся гораздо больше, можем находиться на одной доске с нашими, так сказать, вот этими фискальными органами, чем в прочих других формах. Нет противоречий, когда идет в дело. А когда идет в дело, для этого есть специальная форма. И вот эта специальная форма, если она открыта архитектура, то она как раз и позволяет добиться результата. Еще одна проблема, которую в этой связи хотел бы сказать, что по ней пока нет на сегодняшний день, мне кажется, решения, но оно было бы очень важно, потому что, с одной стороны, у нас для институциональных инвесторов, тех, которые рассматриваются как заинтересованные в формировании сбалансированного портфеля, в том числе наличие части этого инвестиционного портфеля в рисковых инвестициях, я имею в виду негосударственные пенсионные фонды, для них мы вроде как имеем в нормативных документах Центрального банка определенные решения, которые позволяют вкладываться в инновацию. В инновации, в капитал тех компаний, которые у нас находятся на там специальной секции биржи. И на этой специальной секции биржи, если память меня не изменяет, там у нас существует Роснано и кто-то еще. То есть, как бы, тоже не вполне как это самое, да, фонды фондов своего рода. В этой связи, конечно, хотелось бы начать разговор с Центральным банком, вот как мы начали с участием Владимира Андреевича по проектному финансированию относительно способов регулирования прямых инвестиций негосударственных пенсионных фондов через инвестиционное товарищество, венчурные проекты, если по портфелю проектов, инвестиционному портфелю таких фондов существуют определенные требования, ограничения относительно того, как измеряется риск, как он балансируется и, соответственно, как организовано управление. Вместо того, чтобы, так сказать, определять возможность таких инвестиций только фактом выхода на определенную секцию определенной биржи. Потому что, в общем-то, на самом деле для рисковых проектов ключевой вопрос имеет все-таки не сам по себе выход на биржу, а качество организации управления, которое определяется требованиями, в том числе команде и процедурам внутри самого инвестиционного фонда. Вот, мне кажется, вот основной набор условий, который мне видится важным. Спасибо, Александр Владиславович. У меня сразу вопрос, вот пока мы не ушли далеко от этой темы, к Наталье Сергеевне. Наталья Сергеевна, вот Сберинвестиции, да, ну, сбережение инвестиций, управляет рядом региональных фондов, которые были созданы некоторое время назад. У меня два вопроса. Первый, существует ли некая специфика и вообще потребность, с вашей точки зрения, в наличии инструмента, который был бы достаточно большим и управляющим компаниям, с одной стороны, интересен внешне, подчеркиваю, не аффилированным с крупной компанией с госучастием. И второй вопрос, вот исходя из того портфеля, который у вас сформирован, и принимая во внимание факт того, что многие компании могут делать инновационные разработки, у которых рынок шире российского, то как бы, с вашей уже практической точки зрения, отреагировало государство или, не знаю, limited партнер, или тот инвестор, который дал бы деньги, если бы эти деньги пришлось инвестировать в компании, которые планируют экспансию за рубежом? Ну, потому что российский рынок не такой большой, а что с ним делать, если компания выходит за пределы страны? Ну, я сразу скажу, как бы венчурные инвестиции вообще ориентированы на компании, если говорить о философии венчурных инвестиций. Это бизнес. Это не про финансировать, чтобы получить результат ради результата. Это чисто про бизнес и про там, взрывной рост в будущем стоимости компании. Стоимость компании строится на ее конкурентных преимуществах. Конкурентные преимущества в основном чаще всего на технологиях базируются. Российский рынок безумно маленький в мировом масштабе. И выстроить здесь большое количество растущих компаний невозможно. Наш пока рынок маленький. Поэтому выход на международные рынки является просто номером один необходимость для того, чтобы эти компании росли.
С точки зрения потребностей в большом фонде, то есть история такая, создание вот этих региональных фондов, это было там второй шаг в попытке создать венчурный, вообще венчурную индустрию в России. Первым шагом это было сначала фонд Бортника, но это больше на поддержку развития НИОКРов, поддержание университетских и там других институтских разработок. Потом появился венчурный инвестиционный фонд, который так и остался маленьким, Минобр его создал, и он не развился, то есть там пробовали какую-то модель. А вот создание региональных венчурных фондов, это уже было осознанное действие по программе «Экономразвитие», когда посмотрели модели зарубежные, за основу взяли израильскую, если я правильно помню модель, и создали региональные фонды. Аналогично, в принципе, в Европе тоже региональные фонды создавались. Практика вот и в Европе, и у нас в Израиле показала, что не очень это были первые фонды, не очень продуктивные, потому что все нарабатывают опыт. Но очень много выводов полезных, которые появились. Во-первых, какое-то количество поддержанных компаний выросли, но они не выросли достаточно, потому что цикл роста компании с нуля до того, когда она заметный игрок на рынке, во всем мире это порядка 10 лет занимает. Хотя сейчас очень много происходит разных ускорений, но инвестиции, если говорить про региональные фонды, инвестиции в основном были в промышленные разные проекты. Почему? Потому что регионам не... Им по психологии своей неинтересно было, чтобы появилась айтишная команда, которая в любой момент собралась, уехала из этого региона, у них ничего не осталось, даже следов. Да? Им интересно, чтобы было что-то, рабочие места, технологии, которые развились в регионе, трансфер технологий из местных университетов куда-то в промышленность, люди, выручка инновационной продукции, то, чего они могут показывать, результаты, ради чего они создавали эти фонды. Так вот, региональные фонды, они безумно маленькие. Если Андрей Борисович говорит про то, что заметный фонд, который значимый игрок 100 миллионов долларов, то вот эти фонды были там 280 миллионов рублей, да, но самые большие 800 миллионов рублей. Понятно, что тогда курсы доллара были другие, но тоже это просто там, инвестиции на пассивной стадии фактически. Хотя реально и нам удалось, и мы до сих пор говорим, когда нас сравнивают, а вот какой у вас результат, он говорит, вы сравните, какими деньгами мы этого результата достигли. Нам удавалось прям создать целые производства, которые могут дальше развиваться. Но чтобы дальше развиваться, необходимо, чтобы их подхватили, там, следующую стадию развития проинвестировали. Корпорации еще были не готовы. То есть была ставка, когда... То есть у нас очень много было несинхронизировано как бы, в истории развития. Сейчас хороший шанс, когда уже изучив опыт реально, не просто внешний, а свой, и силами уже имеющихся команд сбалансировать работу и фондов пассивных, и частных, и с государственным участием, и фондов корпоративных. Так вот, наличие больших фондов необходимо для того, чтобы следующий раунд инвестиций, раунд А, раунд Б, подхватывать и развивать дальше. Вот эти большие фонды обязательно должны быть с отраслевым фокусом. Региональные были, как правило, такие generalist, то есть они инвестировали во все. Понятно, что команды управляющие смотрели, какие есть компетенции в регионе, какие есть сильные, и с какими партнерами на месте можно делать, чтобы компании могли вырастать. То есть совершенно точно необходимы большие фонды, которые будут подхватывать и инвестировать дальше. Замысел был такой, что фонды РВК и должны стать, и потом Роснано уже как корпорация, которая, но это только в сфере нанотехнологий. Система, вот большое количество институтов развития, оно... Я не говорю про все, там, порядка 100, которые есть. Те, которые развивают инновационную сферу, сейчас уже между ними есть четкое разграничение компетенций, они как бы понятны. Фонд Бортника, Сколково, это пассивная, вот даже не пассивная, а допассивная часть, это грантовая история, когда еще невозможно говорить о возвратности. Фонды РВК есть, там пассивные, и РВК их создают, у них собственные есть, частные государства, фонды большие. И Роснано, который фонды создавала, это уже развитие на такой венчурной стадии раунды А, раунды Б и так далее. И дальше уже идут институты развития, которые уже могут кредитовать. И МСП-банк программа, и фонд развития промышленности, и так далее. Так вот, это все с государственным участием. При этом гораздо эффективнее работают частные фонды, и их количество, хотя если мы будем говорить о статистике, в статистике все время кто-то не попадает в эту статистику. Но реально на рынке частные фонды очень активны, их большое количество сейчас, особенно в перестройке рынка, развилось сильно ангельское, бизнес-ангельское движение, и фонды создаются, понятно, что почему в IT, потому что границ гораздо меньше, ограничений разных на межграничное движение с выводами на международный рынок гораздо легче происходит. Вот сейчас хочу все-таки ответвление в сторону корпоративных фондов, то есть чтобы точно понимать, потому что много было вопросов обозначено вот как раз передо мной, видение такое. Корпоративные фонды, если посмотреть на мировую практику,
надо точно понимать, корпоративные фонды – это не те, которые соинвестируют с кем-то другим, это те, которые инвестируются конкретной корпорацией. Она решает свои задачи, но вопрос, надо посмотреть, какие задачи она решает. Есть, каждая корпорация для себя выбирает, что она через этот фонд хочет решать. Она решает задачи скаутинга технологий для того, чтобы все время оставаться на передовом крае и обыгрывать конкурентов. И очень часто сама корпорация выносит это в отдельную деятельность. Почему? Потому что, проводя всевозможные там отборы по инвестированию проектов, они таким образом получают доступ туда, куда, выйдя как корпорации, могут не дать ни информацию, команды не пустят внутрь, не покажут и так далее. Через эти фонды можно инвестировать в другие фонды, которые там с участием других управляющих компаний, попадать в проекты, которые точно так же закрыты для корпорации на этапе развития. А вот через фонды они могут инвестировать и входить в проекты, и быть, понимать, где развиваются на передовом крае технологии, где нужно смотреть появление конкурентных технологий, кого можно забрать, выкупить. То есть это способ управления своей конкурентной позицией. И такого рода фонды, как правило, Евгений Борисович Кузнецов делал весной этого года большой доклад, очень интересный, он, к сожалению, не был публично нигде выложен, но вот именно по корпоративным фондам. Очень интересная статистика. Большинство корпоративных фондов неприбыльны, и они создаются не ради зарабатывания прибыли, а именно их цель – это работа с технологиями. Если фонд отбирает проекты, то есть он инвестирует в компании, которые выходят на рынок, опробуют свою там, доказывают работоспособность своей технологии, доказывают работоспособность своей бизнес-модели, это интересно корпорации, естественно, корпорация сама не будет выкупать ее задорого. Она ее интегрирует внутрь и начинает развивать как отдельное подразделение внутри корпорации или вообще как новое направление своей деятельности. То есть выход на новые рынки. Не знаю, самый яркий пример, это было не через фонды структурировано, но просто когда корпорация Nokia, да, поменяла от производства кабелей и перешла к производству мобильных телефонов. И многие корпорации смотрят на то, где они видят, что их рынки могут быть умирающими, они видят, что технологии развиваются быстро, посмотреть, где они, куда они могут перестроиться, какие направления открыть. Поэтому если корпорация решает задачу именно поиска новых ниш на рынке, поиска конкурентных каких-то технологий, чтобы сохранить и дальше их интегрировать в себя, понятно, что здесь не вопрос не зарабатывания на фонде, то есть сам фонд не будет прибыльным. Прибыльная будет уже деятельность компании, которая отобрала проверенную рынком технологию и команду интегрировала и так далее. Есть другие фонды, которые решают ту же самую задачу, работая через как бы как фонд фондов. То есть они создают фонд, и дальше этот фонд инвестирует в много других фондов. И тогда они получают доступ вообще к большому количеству. Это вопрос инвестирования не на своем рынке, а вообще на международном рынке. Хотя первые тоже инвестируют на международных рынках. Есть фонды, которые решают задачу вывода на рынок внутри наработанного портфеля разных портфеля интеллектуальной собственности, которые не востребованы внутри корпорации. Но это наработано, и они хотят как-то это коммерциализовать. Они это отдают фонд, и там на основе вот этих разработок интеллектуальной собственности дальше создаются уже стартапы, которые самостоятельно идут в рынок. То есть это способ коммерциализации своей интеллектуальной собственности не корневой для себя. Какие-то, наоборот, ищут, как им собрать интеллектуальную собственность с рынка для того, чтобы доформировать свой портфель. Единичные есть корпоративные фонды, которые решают задачу, им просто интересно, они инвестируют, и там формируются команды, задачи которых зарабатывать прибыль. Какую задачу при этом решает корпорация? Наверное, разные. Но в целом корпорации решают. Есть примеры вот, компаний из области IT, большие гиганты, там Microsoft фонды создает, как правило, для того, чтобы обеспечивать продвижение своих продуктов, потому что то, что они финансируют, это создание продуктов на основе их собственных программных продуктов, то есть это развитие их продуктовой линейки и продвижение в рынок. Другие примеры есть, которые можно считать корпоративными, но они на самом деле скорее отраслевые. Это когда несколько разных компаний из одной отрасли, в Европе такие были объединения, сейчас, наверное, эти фонды уже закончились, я вот прям в моменте за ними не следила, когда энергетические компании инвестировали, они как бы, их управляющие компании привлекали, инвестировали, были фонды, в которые разные энергетические компании инвестировали, они дальше инвестировали в проекты. То есть это точно могла быть тоже и государственная программа, там необходимость корпорации инвестировать и их объединение, и в то же время они объединялись, инвестировали. Каждый имел право доступа к той технологии, которая развивается внутри, раньше, чем кто-то и не... То есть инвесторы фонда LP
они получают право первой ночи на те технологии, которые развились внутри фонда. Это способ диверсифицировать риски. Их нельзя назвать корпоративные, они скорее отраслевые. И здесь независимо обязательно управляющая компания. Поэтому множество форм работы корпоративных фондов. Задача, важно понять, какую задачу хочет корпорация решить. Почему выделять фонд важно? Это отделение команды чисто организационно, потому что ей ставится задача, ей ставится KPI, с нее спрашивается результат, что это не просто какой-то там отдел, департамент внутри корпорации, это отдельное, прям ну, выделенное подразделение, у которого свои KPI, свой бюджет и свои... Она работает по своим принципам, потому что она работает не в том темпе, в котором работает корпорация. Там очень много применяется инновационного, того, что не будет в регламентах прописано корпорации. Только благодаря этому венчурные компании двигаются быстрее, быстрее завоевывают рынки, они гибче на все реагируют. Если они будут работать в режиме корпорации, они никогда не убегут вперед. Спасибо большое. Ну вот интересный прозвучал тезис, коллеги, если вы обратили внимание, что в большинстве случаев корпоративные фонды за рубежом создаются для того, чтобы выжить и, в общем, не дать кому-то их опередить. И это достаточно серьезная задача у всех конкурировать. Я позволю себе пока риторический вопрос задать. Ну, то есть понятно, что, наверное, РЖД, может быть, здесь есть представитель РЖД, но тем не менее, создаст корпоративный фонд, и дальше, если оно не будет заниматься инновациями в той части, в которой ей нужно конкурировать с другими формами перевозки, то я боюсь, что оно из бизнеса не уйдет. Ну, то есть это такое фундаментальное образование. Равно это касается, наверное, и всех компаний с госучастием до тех пор, пока государство сохраняет в них определенную долю. И найти компании в российском таком экономическом пространстве, которые имеют долю госучастия и реально при этом конкурируют на международной арене, очень сложно. У нас есть один прекрасный пример. Спасибо большое, Антон Сергеевич. Али, есть какие-то вопросы по спектру? Да, можно, да. Кирилл Конев, ОСИ. Вот смотрите, приоритет стратегических целей КВФ перед финансовыми, он достаточно очевиден, а тем более в нашей стране. Вот скажите, а те проекты, о которых вы рассказали, каких стратегических преимуществ позволили добиться компаниям, которые в них проинвестировали? Спасибо. Я так понимаю, вопрос к вам, Антон Сергеевич. Да. Микрофон включить. Да, значит, здесь, как правило, да, вот ситуация интересна, да, что рынок американский очень крупный и вроде бы очень ликвидный, но на самом деле вот эти компании, которым здесь указаны, на поздней фазе они, у них не было инвестора на американском рынке, поскольку на поздней фазе не инвестируют, обычные венчурные фонды не инвестируют, они обычно, наш как бы было то, что мы сделали, мы дали им, значит, прежде всего финансирование и решили их финансовую проблему, и как бы они профинансировали последнюю свою фазу и вышли на биржу. Значит, это вот в этой части. В части, например, нашего влияния на компании, наш как бы стратегически, мы добавили стоимость, например, вот компания Syndex, да, которая успешно вышла на биржу, когда мы в нее входили, мы сказали, что вы нашим условием входа не только трансфер технологий в Россию, но мы требуем, чтобы поменялась терапевтическая область, там был рак легких на рак молочной железы, мы потребовали, чтобы это изменили, и тогда мы готовы инвестировать. И сменили CEO, вот, то есть мы, генеральный директор, то есть здесь достаточно активная роль наша была, да, и сменили CEO, пришел человек из AstraZeneca, мы смогли привести, у нас есть некоторые отношения в США, и когда глава Неокор AstraZeneca пришел в эту компанию, конечно, она стала такой компанией, которая может выйти на биржу. Вот этого не хватало в той ситуации, когда мы входили. То есть вот такие вещи мы стратегически добавили, что мы что-то операционно, но, значит, наша задача как фонда, и я бы смотрел на это тоже как корпоративные венчурные фонды, это две вещи, да, это финансовая и
вторая – акционерная. Акционерная – это все, что связано с выходом обеспечивать и финансирование. Все остальные, на мой взгляд, неправильно вмешиваются в операционный бизнес. И вот мы все наши условия ставим перед входом, после входа мы не вмешиваемся в операционный бизнес вообще принципиально. Вот, минимально, пока не на уровне селекторов. Смотрите, я немножко конкретизирую. Вы рассказывали про ряд кейсов с Росатом Healthcare. Да, я имею в виду больше наши госкорпорации. Вот вы им как-то помогаете в этом процессе? Я имел в виду достижение их стратегических задач в данном случае. Да? Понятно, что вас, как инвестиционного брокера, я не могу просить достигать их стратегических задач. Я имею в виду, ваше партнерство приводит к такому эффекту или нет? Да, значит, здесь... Вот идеальные, да, когда есть запрос, прям конкретный запрос. Например, мы сейчас работаем с фармкомпаниями, у них есть конкретный запрос. Мы хотим онкологии с таким-то механизмом действия, да, и мы просто можем привести, вот есть 5 компаний с этим механизмом действия, значит, вы не получите препараты. Если вы придете с просьбой с лицензией, то они скажут, что это ну, неинтересно просто. Если вы придете с инвестицией, то они готовы работать. И в этом смысле можно под заказ действительно привести новейшую технологию из США, которая критически необходима госкорпорации. Да? Вот, например, вот на примере ЦКС, да, это есть аддитивные технологии, да, по строительству ускоренному. И вот Агентство по технологическому развитию, я уже здесь как эксперт АТР, да, выступаю, действительно под заказ нашли сразу 3-4 компании, это Китай, Европа и США. В США, причем российский основатель, но он, например, вообще не планировал на российский рынок выходить. Да, и вот сразу, да, сразу привели, госкорпорация выбрала, да, и с этим работает. То есть вот, но, повторюсь, многое нельзя получить без инвестиций. Вот в данном случае был просто как заказ, да, но как без инвестиций очень сложно получать технологию. Да, я поясню буквально. Вот маленькие компании, они, как правило, стартапы, да, их бюджет очень напряжен. Вот даже на наш день открытых дверей, из той же Голландии, да, коллеги готовы приехать и говорить, ну, профинансируйте нас. Да. У нас нет бюджета, а у них тоже нет. Поэтому мы так общаемся с помощью электронной почты пока. Ну вот, поэтому можно под заказ привести критические технологии, совершенно однозначно. И вот здесь мы создали портфель этих технологий, создали фармкомпанию. А по Новомедике, кстати, которая была создана с нуля, в нее пришел партнером Pfizer через 3 года. Pfizer имел возможность проинвестировать любую компанию в России, а была выбрана вот именно Новомедик. Андрей Борисович, вопрос? Да, пожалуйста. Добрый день всем. Меня зовут Приходина Юлия, я член комитета. И я юрист по образованию, и некоторое время, ну, достаточно длительное в своей карьере, я занималась взаимодействием с венчурным рынком, с рынком инноваций. Более того, мы с Московской биржей, собственно говоря, и запускали этот рынок. Это был проект Финама РИ. Ну, вот, запускали их пилотный проект в секторе РК, Финам информационной технологии. Поэтому можно сказать, что я имела отношение к истокам, по крайней мере, на фондовом рынке вот этой вот всей истории венчурной. И хочу дать небольшой комментарий и задать вопросы присутствующим вот по теме сегодняшнего заседания. Значит, первое. Ну вот я сейчас послушала с точки зрения темы корпоративных венчурных фондов. Насколько я поняла, вот я послушала Наталью, значит, грубо говоря, есть 2 концепции основных в рамках функционирования данной структуры. Значит, либо корпоративный венчурный фонд в качестве своей стратегии имеет необходимость подбора компаний для развития там, собственных каких-то технологий, собственных бизнесов. То есть некая синергия, да, правильно? Вот, такой синергетический эффект. Либо, собственно говоря, речь идет о получении сверхприбыли за достаточно короткий период времени, потому что, ну, суть, собственно говоря, венчурных проектов, она всегда была, исторически она такова. Быстрый рост, причем достаточно высокая доходность, показатели за короткий промежуток времени. Значит, ну, в силу там, своей деятельности я, естественно, общалась и с фондами, и с частными инвесторами. Ну, достаточно известный уважаемый бизнес-ангел, которого, ну, конечно, все наверняка знаете. Он мне сказал следующее. Несколько лет назад у нас с ним был разговор по поводу венчурных инвестиций. Он мне сказал, знаешь, говорит, вот мы, венчурный ангел, бизнес, да, частные инвесторы, вот если я дал деньги, и вот мои там, допустим, друзья дают деньги в проект, это значит, все, мы практически с ними распрощались.
То есть ожидать, что деньги там вернутся или будет какой-то доход, но это просто это некое волшебство. Поэтому первый вопрос у меня к присутствующим представителям инвесторов. Значит, вот какова сейчас ситуация, я просто немножко от этой темы отошла, с точки зрения удачных инвестиций. Вопрос второй с этим, соответственно, связанный. Готовы ли в текущей вот ситуации компании брать на себя эти риски, связанные с инвестированием, с возвратом денежных средств? Ну и, соответственно, понятно. Ну и очевидно, что, наверное, здесь стратегия и тактика, связанная с инвестированием в компании для собственных нужд, либо для получения прибылей, вот, она совершенно разная, потому что если вы инвестируете и подыскиваете себе технологии компании для того, чтобы усиливать какие-то свои проекты, ну, понятное дело, что вы не будете требовать, наверное, от команды, чтобы она там показывала какие-то нереальные финансовые показатели. Вот, вы будете следить там за качеством, безусловно, продукта. И сроки, вопрос к срокам тоже тут будет совершенно другой, потому что ну, либо они сильно раздвинутся, и будет некий запас по времени разработок. Вот. Либо наоборот, они в зависимости от задач, стоящих перед корпорацией, они будут сужаться сильно. Потому что... Теперь момент следующий, с чем, вот, честно говоря, мы столкнулись. Значит, ко мне обратились мои знакомые, очень хорошие, они искали инвестиции. Вот. Интересный проект, вот, подпадающий под все признаки инновационности. Мало того, он получил не одну премию, от известных сегодня существующих у нас в России, и не только в России, вот венчурных всяких историй. Они даже в Сколково зашли как президенты. И знаете, вот было очень интересно, когда представители фонда, нескольких сидящие в жюри, значит, они принимали решение о том, чтобы наградить эту команду, вот как прекрасный проект. Но когда мы приходили в эти фонды для того, чтобы получить денежные средства, получали отказ. Ну, потому что говорили, значит, вот у вас такая технология, она, наверное, там потребует, значит, административного ресурса. Ну, в общем, и не очевидно, что это даст быстрый рост экономический и так далее. А про то, что вообще у нас, к сожалению, на рынке достаточно низкий уровень культуры вообще, правовое уважение, про то, что, ну, крадут идеи, про то, что совершенно, ну, постоянно практически... нарушается вопрос, связанный с конфиденциальностью. Ну, я даже, ну, потому что мы сами лично с этим проектом, с этим столкнулись, к сожалению, вот эта проблема есть. Еще одна проблема. Мы поездили, тогда Росмолодежь нас приглашала, вот мы поездили немножко по регионам, и в том числе там на Сельгире были, на молодежном форуме. И вот вы знаете, очень большое количество действительно проектов, молодежи, стартапов, которые говорят о том, что они инновационные. И вот понять, на самом деле, оценить эту степень инновационности, это очень большая проблема. Потому что было очень приятно услышать, вот услышать такой вот системный и глубокий подход со стороны Росатома. Но вообще, честно говоря, да, при анализе проекта. Но вообще вот... серьезных найти экспертов для оценки. Кто готов, ну, кажется, очень сложно из присутствующих ответить на вопросы, которые прозвучали? Да. Да, был комментарий, да. Да, смотрите, вы когда говорите про success stories, вы про что спрашиваете? Их есть всего, на мой взгляд, две. Есть Сбер и есть Ростелек. Вот, к большому сожалению, нет Алексея Басова. Вот, по большому счету, я других корпоративных венчурных фондов государственных у нас в стране не вижу действующих. Да? Сейчас будет создано еще 5. Но тут, наверное, надо понять, что мы сегодня хотим решить, потому что этих 5 руководителей фондов сегодня здесь нет.
Вот, хотя они, в общем, известны. Что касается... То есть, смотрите, на мой взгляд, мы когда говорим про success stories, ну вот с нашей точки зрения, с точки зрения оси, это всегда вопрос достижения определенных стратегических задач компании. Да? Безусловно, венчурная схема хороша быстротой, гибкостью и всем таким прочим, но главное, чем она хороша, она позволяет не очень гибкую корпоративную культуру корпораций существующую немножко отделить прослойкой от той культуры, которая должна быть создана, чтобы инновации вообще работали как таковые. Да? Поэтому, на мой взгляд, тут принципиально обсудить, как именно вообще, в принципе, будет устроена кадровая мотивационная политика по отношению к тем компаниям, которые у себя корпоративные венчурные фонды внедряют. Понятно, что ну вот, фонды созданы, средства аллоцированы, да, под них. Ну, как бы дальше нужны определенные шаги. Да, для того, чтобы вся эта система заработала. Но я вот немножко, может быть, там поддержу ваш вопрос. Да? Нам нужно сейчас понять, каким образом мы в рамках вот этой дискуссии, что мы хотим формализовать. Да? То есть success stories, ну они, вот Сбер хорошо работает, да? Вот Ростелек хорошо работает. То есть существует компания, известная достаточно, дай бог памяти, которая занимается системой хранения данных. Да, то есть портфель за 3 года Ростелекома по выручке вырос там больше, чем в 10 раз. Ну, вот success stories. Есть свои нюансы, да? Но дальше вопрос, как это тиражировать по госкомпании. Вопросов задал, чем ответ. Ну, извините. Да. Комментарии всегда хорошо. Если можно, если еще регламент позволяет, тоже короткая ремарка. На самом деле, вот выступление, уважаемые коллеги, мне бы услышался некий упрек в адрес фонда, который в качестве аргумента вежливого отказа привел то, что данная технология, несмотря на всю свою инновационность или вместе с инновационностью, требует для коммерциализации серьезного административного ресурса. Но на самом деле это дело, мне кажется, очень житейское, и, в общем-то, аргумент правильный. Вот, не знаю, мы сейчас вложились в неинвазивный глюкометр. Да? Это такая штука, когда, значит, вставляется палец в некое устройство, типа, ну, я даже не знаю, с чем сравнить, что-то вроде наперстка, да? Куда вставляется палец, его не колют, то есть не нужно расходных материалов, нет риска там, заражения, не нужны какие-то многочисленные затратные вещи. Измеряется уровень сахара в крови. Мы совершенно отчетливо себе представляем, что без административного ресурса такие вещи не внедряются. То есть, во-первых, индустрия очень консервативная, во-вторых, действительно, вот как здесь было сказано, не должно быть... Для успеха в фарм-индустрии, если уж сегодня заговорили о ней, не должно быть никакого обходного пути. То есть если корпорация зарабатывает на каком-то другом пути и продает свою вот эту сверхдорогую градирню, да, о чем сегодня говорили, то, наверное, она заинтересована, чтобы эта градирня не дешевела. Поэтому я думаю, что аргумент об административном ресурсе, он, ну, то есть он имеет безусловную силу. Я думаю, это был не вежливый отказ, а именно мотивированный. Они действительно глубоко погрузились в суть проблемы и изучили вашу технологию. Прежде чем сказать. Ну, я дам небольшую ремарочку. А я вообще не понимаю, что это такое, что, ну, вообще, что это за позиция, что нужен административный ресурс. Я не понимаю этого никак юриста. Я не понимаю, что имеется в виду. Это позиция, которая касается кадровой политики госкомпаний. У вас госкомпании должны быть ответственны за внедрение инноваций. Да? Когда они ответственны за какие-то другие вещи, и когда КПЕ построены таким путем, что они позволяют этого избежать, да, вам и нужен административный ресурс. Классная технология, но я же как бы тут, как технический директор, испытываю некоторый риск при ее внедрении, но не участвую при этом в сколько-либо конкурентном рынке. Да? Вот. Понимаете? Ну, нет, наверное, вы немножко не поняли, в чем мое сомнение. Я не понимаю, как стартап, который развивается, как он может требовать какого-то административного ресурса. Давайте как вообще речь, когда идет об инвестировании со стороны... У нас, кстати, не один был ответ, это вы неправильно меня услышали, это не упрек был. Фондом, скорее это удивление, вот, потому что я до сих пор я не могу понять ни некоторых ни, даже правовых моментов вот, с точки зрения именно выбора инвесторов, инвестиционного выбора при принятии этого инвестиционного решения.
Потому что, кстати, очень часто венчурные инвесторы говорили следующее, их позиции, наверное, мне тоже подтвердят, что даже инвестируют не всегда в продукт, а в команду. Вот если глаз горит у команды, если видят, что могут как бы, ух, поры свернуть, вот тогда да. Поэтому с точки зрения, вот, и кроме того, ну, как я и сказала, мне было несколько странно, когда проект получает действительно премии, и решение об этих премиях, там в жюри сидят фонды, но потом, когда приходят в эти фонды, соответственно, получают. Не могу, у меня просто, у нас это женская логика такая, но у меня как-то вот не верится. Вот хороший проект, можно, вот вы по всему правду. Не, я хотел бы сказать, что, может быть, как раз теперь, когда появится много корпоративных венчурных фондов, и они будут выступать с инвесторами, как раз вопрос с административным ресурсом снимется. Коллеги, добрый день. Можно я выскажу? Можно я практики, да? Меня регулярно приглашают в состав жюри таких конкурсов. Я регулярно отказываюсь, потому что прекрасно понимаю, что надо просто понимать, одно желтое, другое круглое. Конкурс – это отдельный бизнес-проект. Никакого отношения к реализации инвестиционных проектов он не имеет. Ну, чё, ей-богу, ну, чё, как малые дети. Это же... Можно? Скажу, коллеги. Роман Прохоров, Ассоциация финансовой инновации. Не хотелось бы, чтобы обсуждение венчурных инвестиций вообще этого рынка превратилось в очередной плащ Ярославный, да, потому что все мы с вами работаем на этом рынке, мы понимаем, что проблемы они есть, они никуда не исчезают, а наша задача это вот не пытаться их так вот не очень целенаправленно обсуждать, а пытаться понять, что мы можем сделать. Да? Вот, тема индастриал, она от меня достаточно далека, но я вот про финансовую сферу расскажу с точки зрения success story. Возможно, это будет интересно с точки зрения там, общих подходов ко всем этим историям. Что является основными проблемами венчурных инвестициях, на это первый выбор инвестиционных моделей, о которых мы говорили, либо это корпоративные фонды, другие какие-то истории. Второе, где взять деньги. И третье, это отбор проектов. С точки зрения торг-модели и где взять деньги, есть очень интересная success-история, которая не была здесь упомянута, сделанная при участии регулятора, Банка России, Ассоциации финтех, то есть организационная модель была не корпоративный венчурный фонд, а ассоциация, в которую вошли крупнейшие участники рынка, в том числе и Сбер, и Тинькофф, и Киви, и НСПК, внесли по 15 миллионов, то есть это не фактически не какой-то венчурный взнос, а это взнос в ассоциацию, то есть это деньги, которые фактически не ожидаются квадратом. И на эти деньги была построена, в частности, платформа MasterChain, на которой реализуется сейчас ряд проектов блокчейновых. То есть вот это вот как раз история с точки зрения того, как решается орг-модель и где взять деньги. А в чем ее успех, простите? А? В чем успех, как вы оцениваете критерии успеха? Критерии успеха, как у нас создана национальная платформа MasterChain. Вот а кто там бенефициаром стал? Бенефициаром стало государство. То есть у нас задача развивать инвестиции, чтобы государство было бенефициаром? Нет, подождите, мы с вами только что о чем рассказывали, о госкорпорациях, да, мы с этого начинаем. Ну да, госкорпорация рынок развивает. Я пытаюсь понять, вот если это за успех, то государство, оно какой кусок рынка создало и кто на нем бенефициар? Государство создало эту плату, ну, государство совместно с участниками рынка создало, да, то есть здесь вот весь вопрос в том, что здесь государство – частные инвестиции, да, фактически. Невозвратно. Нет, минуточку. Инвестиций тут пока никаких нет. Вы рассказали инвестиции... про ассоциацию. Нет, инвестиции были. 15 миллионов – это инвестиции в НИОКР фактически. Вот это модель инвестиций. НИОКР. 15 миллионов годового взноса. Внес каждый из участников. Правильно. Это инвестиции в НИОКР. На аппарат, я так понимаю, у этой ассоциации, на часть разработок, которые финансируются членами ассоциации. На разработке. Да, но там содержание аппарата, оно составляет... Если я правильно понимаю, интеллектуальная собственность участника ассоциации ему не принадлежит, равно как и никому другому.
кроме как, может быть, центральному банку, который это создал и эксплуатирует. Я вы, наверное, не в курсе. Вот у нас юристы здесь есть, они вам прокомментируют. Как распределяется интеллектуальная собственность в ассоциации. Нет, я вам точно могу сказать, что она никому не принадлежит. Значит, никому. Она принадлежит ассоциации, господин. Нет. Я вас уверяю, что там ее даже нет. Я вам не отвечу, никто ее не патентовал. И проблема моя как раз именно в следующем. Если она патентуется на ассоциацию, владельцы меняются ассоциацией. Мастер-чейн сейчас нигде не запатентован. Это вообще система с открытым кодом, если про эфириум. Но да. Мой вопрос не в этом. Мой вопрос в том, что фаза создания ассоциации – это очень правильный инструмент для, так скажем, объединения рынка, который должен двигаться в неком одном согласованном векторе для того, чтобы не наломать, скажем так, дров. Это фаза для реализации неокр. Да, у нас вот одна из основных проблем – это проблема неокров. Нет, у нас как раз проблемы, я прошу прощения, может быть, мы видим проблему с разных сторон, если вы сейчас возьмете программу, сейчас я давайте закончу, программу инновационного развития компаний с государственным участием, которых у нас 60 штук по списку 91R приказу, у них у всех в программах написано НИОКР и НИР, и на это выделяются значительные деньги. Проблема не в том, что они выделяются, а в том, что этот НИР стоит на полках невостребованный, даже запатентованный. Поэтому проблема у нас не с этим. У нас проблема в том, что ничего, кроме внутренних разработок, ну или в большинстве случаев пока, не притекает внутрь компании. Поэтому для меня, вот ваш тезис, он интересный, но я пытаюсь понять, каким образом это помогает игрокам рынка затечь внутрь то, что было создано участниками ассоциации, Центральным банком и кем-то еще, и как это помогло экосистеме стартапов, предпринимателям войти в эту среду обитания новую, которую для них в общем и целом государство создает. Вот в чем вопрос. Если мы говорим, начали говорить об экземпле мастерчейна, да, то это платформа, которая позволяет заходить на нее в том числе и стартапам. Вы же сами совершенно правильно сказали, что система с открытым кодом. Да, ну вот то есть это инфраструктурный проект, это реализованный инфраструктурный проект на базе фактически государственно-частного партнерства, который создает инфраструктуру для участников финансового. Мой вопрос как раз, может быть, у вас информация есть, кто из стартапов сейчас воспользовался этой платформой и получил деньги от инвесторов для реализации своего проекта, раз это инфраструктура? Кто это? А инфраструктура не ставит своей целью финансировать проекты стартапов. Я не про инфраструктуру спрашиваю. Я говорю, кто из инвесторов сказал, что создана теперь инфраструктура, ее не было до нас, мы теперь готовы стартапов финансировать для того, чтобы никто, они... Никто не сказал. Не смогли бы внести или не смогли освоить, то есть в чем вопрос у вас? То есть я говорю, 15 миллионов им хватило. Вот, да. Если мы про Виталия говорим, да, у него на старте не было десятков сотен миллионов, если вы в курсе этой истории. Хорошо, коллеги, тоже переходим к дискуссии. Есть какие-то дополнительные комментарии и вопросы? Да. Да, будьте любезны. Это должно быть. Кто знает, кто готов. А там есть что коммерциализировать в этих РИДах? Я извиняюсь за провокационный вопрос.
Знаете, коллеги, да, можно я внесу первую часть? Что касается коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, основная проблема заключается в том, что у нас изначально сложился всегда, ну и был государственный подход, что наука определяет дальнейшее движение. Если вы посмотрите на определенное количество созданных бизнес-моделей за рубежом, они к науке имеют вообще очень далекое отношение. Это люди написали программный продукт, у которого никакой науки под ним не существует, большой фундаментальный. Это может быть неправда в сфере биотеха и так далее, но есть масса примеров, где наука не движет сам процесс инновационный. Это бизнес-модель. И она может перестраивать рынки абсолютно насквозь и глубоко, и по всем континентам. Это первая история. Поэтому вопрос, связанный с коммерциализацией РИДов, это вопрос конкретный к людям, которые понимают и работают сами в сфере интеллектуальной собственности, как ученые, как изобретатели, которым не хватает каких-то кусков для создания того полноценного продукта, которым они сейчас сами занимаются. Это такой патентный поиск, который все ученые выполняют на регулярной основе для того, чтобы понять, они в тренде, в понимании того, что можно лицензировать из предыдущих разработок и так далее. Это что касается этого вопроса. Второй, который вы задали относительно индустрии и развития вопросов, связанных с или-или, я думаю, что никогда не будет однозначного выбора, поскольку, если мы с вами сейчас посмотрим на там, 5-7 лет назад, то можно было фантазировать на тему возможного трансфера технологий, которых не достает российским компаниям для модернизации производства. Их и сейчас не достает, поэтому тезис номер один. Они должны по-прежнему их сюда импортировать для того, чтобы заниматься развитием своей производственной базы, которая должна конкурировать, если они продукцию создают конкурентную в России или за рубежом. Из этого будет двигаться их ответ на вопрос. Хотят конкурировать за рубежом, нужна другая технология, надо ее импортировать, чтобы ее использовать. На ее базе создать продукт и продавать за рубежом. Вторая история. Рынок меняется, опять же, настолько драматично и быстро, что изначально мысль о необходимости создать что-то, экспортировать, казалась крамолой. То есть сейчас мы, когда говорим с вами про цифровую историю, мы вот упомянули блокчейн, но если вы посмотрите на людей, которые разработали блокчейн в мире сейчас, они все с российскими корнями. Ну, там, возьмите Бутерина, возьмите, не знаю, Вавилова и многих остальных. То есть это говорит не о том, насколько это талантливые люди, они действительно талантливые. Это говорит о необходимости наличия математической школы, которая, вот, возьмите ИТМО питерский, семикратный чемпион мира, в общем, и Саратовский университет тоже, и многие другие. Поэтому отказаться от идеи создать что-то свое и новое невозможно катастрофически, оно всегда будет создаваться только потому, что есть такие люди, которые это умеют делать. Вопрос в другом. Как Бутерина, создавшего новый блокчейн эфириум, оставить здесь. И вот эта история, она является наибольшей. И она относится... Совершенно верно. У нас есть организация Росстат, да? А им поручено вести базу наилучших доступных технологий. Мы когда посмотрели Росстандарт, а там, значит, по различным отраслям, мы когда посмотрели строительную тематику, то там ограничено перечнем правительственным было все. И пришли к выводу, что это наиболее древние технологии. Они ведут базу. Мы собрались... Наиболее доступные. Да, не наиболее доступные, но наиболее древние технологии. Ну, так просто для себя определение. И нам очень четко на встрече руководитель департамента объяснили. Да, абсолютно правильно. Потому что те заводы, которые построены в советское время, они именно производят древние. Но если мы сейчас не будем им оказывать какую-то поддержку, их вообще не будет. Поэтому здесь вот есть вот такие моменты, но интерес вот нашей госкорпорации заключается в том, чтобы именно применять прорывные технологии, но это мы можем делать только в альянсе с банковскими структурами, потому что серьезный прорыв это требует и команды, и все. Это кооперация, прежде всего, широкая, и причем опять мирового, глобального уровня. Вот то, что делается по ядерной медицине, тут очень хорошие результаты уже конкретные получаются. Вот мы сейчас по 3D технологиям строим. То есть для некоторых это мечты, пожалуйста, уже. Значит, в Ярославле завтра демонстрация жилого дома, который построен российским стартапом, значит, компанией
спецавиа, который реализован в Сколково, построен жилой дом, в котором живут люди. То есть это 3D-технология, когда принтер печатает дом в круглосуточном режиме, да, любой конфигурации. То есть это сегодня действующее, а в некоторых еще, так скажем, отторжение. Да, это такое, да, это что-то такое. Поэтому мы, вот, в общем-то, вышли с инициативы СТР, чтобы эту прорывную технологию сделать не способ, так, мелькания в СМИ, а реально работающим продуктом. Да, коллеги, я думаю, что у нас, ну, такая, я честно оцениваю, достаточно позитивно состоявшуюся дискуссию. Можно обратиться к представителям ТПП и арендовать этот зал еще раз, если тема вызывает интересы, пообщаться на эту тему. Действительно, мы сейчас находимся в ситуации, когда не столько технологии сама по себе, прорывная она или нет, а может быть даже бизнес-модель, перевернет вообще представление о том, каким образом и куда мы должны вкладывать средства. Поскольку купить технологию – это, может быть, и хорошее решение. Вопрос, как мы знаем, всегда заключается не только в ее покупке, а в дальнейшем внедрении, эксплуатации и всем остальном. Если у вас есть интерес и желание, я вам рекомендую почитать книгу руководителя компании «Технониколь», который купил западные станки и не мог никак прийти к выводу, почему же они не работают так, как должны, обещают немцы. И причина оказалась в том, что у нас все кандидаты экономических и технических наук пытаются внести свои 2 цента в работу станка, который уже доказал свою работоспособность. Вот это тоже у нас есть национальная особенность. Поэтому спасибо всем, кто принял участие сегодня. Давайте попробуем эту историю, может быть, продолжить. И спасибо огромной торгово-промышленной палате за такой процесс и организацию. Спасибо вам большое всем. Давайте продолжим наш диалог. Надеюсь, он продолжится. Да, на самом деле, спасибо тоже всем участникам. Мы готовы продолжать эту историю, потому что очень заинтересованы в том, чтобы она была успешной. И мне кажется, было бы целесообразно в следующий раз пригласить и ЦБ, потому что совершенно очевидно здесь, без решения вопроса участия институциональных инвесторов в этой теме мы просто не сдвинемся. И, наверное, и Минфин, и Минэкономразвитие, и, может быть, даже какие-то отраслевые министерства, которые тоже заинтересованы. Ну, то есть, несколько расширить участие. Да, мы за. Спасибо.